Все меньше времени остается до самого главного политического события – выборов президента Республики Южная Осетия. Население ждет оглашения даты, когда будет избран руководитель республики на последующие 5 лет. В ближайшее время парламент созовет очередную сессию, где народные избранники назначат день выборов. Депутаты парламента, согласно Конституции, должны утвердить дату выборов не позднее, чем до 29 января. По Конституции это должно быть второе воскресенье того месяца, когда избирался предыдущий президент, президент Республики Южная Осетия. Второе воскресенье апреля этого года выпадает на срок на 10 апреля, и у парламента есть время. Максимальный срок этого времени 90 дней, минимальный срок это 70 дней. Конечно же, парламент в ближайшее время созовет сессию, и на этой сессии будет вынесен вопрос об объявлении выборов президента Республики Южная Осетия. В парламенте республики между фракциями идет обсуждение утверждения даты очередных выборов. Этот вопрос будет вынесен мной на президиум парламента и потом на сессию парламента. Депутатские фракции, депутатские объединения, они, конечно же, между собой обсуждают данный вопрос. По демократическим нормам выборы должны проходить в срок и в рамках закона. Я думаю, что на ближайшей сессии этот вопрос будет ставиться на сессии парламента, и парламент примет решение о назначении даты выборов президента Республики Южная Осетия. Старт избирательной кампании будет дан Центральной избирательной комиссии после оглашения даты выборов. Стелла Бязарова, Роза Тедеева, Сармат Гузитаев. Информационный выпуск сегодня.